городском округе идет социальная кампания «Маленький пассажир, большая ответственность». На этот раз сотрудники ГИБДД провели акцию в Люберецком роддоме. Одной из пациенток и ее новорожденному малышу инспекторы подарили детское автокресло. О том, что первый путь домой должен быть не только счастливым, но и безопасным, наш следующий сюжет. Засыпаемся. Папа с братом внизу ждут. Поедем домой наконец-то. Четвертые сутки в роддоме, и вот этот момент настал. Елена Егорова и маленький Максим готовятся к поездке домой. Вопросу безопасности перевозки детей мама уже двоих сыновей. Водитель со стажем уделяет самое пристальное внимание. Ни одна мама, ни один папа в момент ДТП не могут удержать своего ребенка. Это доля секунды. Если не хотите потерять или покалечить своих близких, особенно детей, они нам нелегко даются, то надо обязательно пользоваться средствами, специальными для перевозки детей. Но сегодня единственная забота Елены – красиво одеть ребенка перед выходом к родным. А вот вопрос безопасности малыша в автомобиле взяли на себя инспекторы ГИБДД. Поздравить счастливую семью с пополнением они пришли не с пустыми руками. Поздравляем вас с рождением. Сегодня вручаем вам детское кресло, которое, надеюсь, вам пригодится. Спасибо на долгие большое. Годы. Будем пользоваться, да? С удовольствием. Такая необычная акция – часть регионального социального проекта, который призван напомнить всем участникам дорожного движения, что маленький пассажир – это большая ответственность. Даже первая поездка малыша в автомобиле должна быть как можно больше безопасной. Безопасной она будет только тогда, когда применяется детское удерживающее устройство. На сегодняшний день пострадало уже в дорожно-транспортных происшествиях 3 несовершеннолетних участника дорожного движения, но все они являлись пешеходами и в дорожно-транспортных происшествиях не виноваты. Представители госавтоинспекции помогли молодым родителям установить автолюльку и пожелали маленькому Максиму счастливого и безопасного пути. Луиза Игазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.